Всем привет, Ворон в кадре. Значит, да, поехали мы до леса с ним. Быстренько прокатимся туда-обратно. Заберем флешку с фотоловушки. Вдруг что-то там есть из животины. Там ворона подружка с нами хочет. Когда возвращаюсь, она всегда с ума начинает сходить, готова выскочить вот в эту дырку.
ходить, в общем, жарко. Как-то вот так вот тут. Всем привет! Сегодня, не помню какое, января 16 или 17. Снега по колено. Заехали с Вороном в лес. Опять у нас, как обычно, непогода. Завезли фотоловушки в новое место. Думаю, я их тут очень много, животных. А животных тут не очень много, да, Ворон? Ну, Ворон тут уже покопал. И травы тут тоже немного, да? Ну, что-то есть. Поставил, не знаю, там, кабаний переход. Есть тропа. Недельку постоят, вдруг обратно вернутся. Как-то вот так вот. Косули далеко все бегут. В лесу их тут где-то с десяток, наверное, с разных мест. Выскочили. Лосиные были наброды, но метет так, что уже, наверное, наши следы даже задуто. Здорово. Может, еще сейчас домой другим местом поедем. Кого-нибудь увидим, заснимем. Нет, так нет. Будем кадры ждать. Да, хороший мой.